Всем привет! Сегодня мы будем готовить. У нас есть две ноги молодого барашка. И все это мы будем готовить на замечательном нашем тандыре. Наконец-то, давно мы его не использовали. Очень хотели, да, приготовить. Что для этого надо? Для этого надо вот снять пленку изначально с нее. Мы это мы не показывали, просто сняли. Затем, для того, чтобы лучше зашел наш маринад, надо сделать вот такие вот надрезы с двух сторон. Побольше, поглубже. Видно, да? То же самое, вот видите, с этой ногой тоже. Есть. Надо посолить. Опа. Есть свежемолотый перчик. А. Я уже вижу, буду писать. Куда ты без них денешься летом? Слушай, ну только поставили, и мы не специально. Затем это чаман или еще как-то по-другому, пажики называют, тоже немножечко добавим. Затем у нас есть чеснок. Чеснок обязательно. Очень будет вкусно, я уверен. И сюда тоже. Затем для мяса у нас есть специя. Тоже ее добавим сюда. Побольше, не жалеем. И у нас есть гранатовый соус. Тоже его добавим. Он очень густой такой. Обязательно.
готовим, сейчас мы покажем. Ну и не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Что, наш тандыр побелел, уже готов. Добренько. Все очень просто. Будем ждать. Вы не забывайте подписаться на наш канал, поставить лайк и написать комментарий. Всем пока. Полтора часа прошло. Я думаю, готово. Доставать будем сейчас. Тандыр — это вещь. Но вы знаете, да, что делать? Подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий. Классно. Очень вкусно пахнет. Я думаю, на вкус тоже очень вкусно.